Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 4 марта. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Грачи и галки стаями сидят на дороге. Ожидай ненастья. Красноватая луна. На завтра будет относительно тепло и сыро. Зайцы выкапывают в снегу норки. Перед бураном метелью. А какая же погода ждет нас завтра, 4 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Яковлева-Горка Батецкого района Новгородской области плюс 1 градус. Яркое солнышко будет светить до середины месяца, только иногда к нему будут присоединяться осадки. На хуторе Мило-Яковлевка Азовского района Ростовской области воздух прогреется до 7 градусов. С самого утра местные смогут наслаждаться прекрасным, ярким солнцем. Здорово, правда? В деревне Ивана Яковлевка Колпнянского района Орловской области за окном плюс 2 градуса. Завтра осадков не будет, а после снова вернутся. В селе Яковлевское Фурмановского района Ивановской области столбик термометра остановится на отметке плюс 1. По прогнозам синоптиков, будет облачная погода с небольшим мокрым снегом. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!